Всем здорово, с вами Болтун, и я бы хотел показать вот такие вот батареечки, которые я приобрел, собственно, Duracell Turbo Max. Ну, Duracell, наверное, все знаете, вообще-то качественные батареечки, на самом деле. Я за долгое время испытал просто огромное множество батареек, да, ну, просто большое количество очень батареек, не сочтите за рекламу, но вот эти вот батарейки, которые я недавно купил и которые сейчас в фотоаппарате, реально крутые и хорошие. Итак, повторяю, Duracell Turbo Max до 70% больше мощи, как тут утверждает производитель. Не знаю, до 70, до 50% больше, но они реально хорошие и качественные. И это чувствуется, фотоаппарат работает, не садится, все нормально. К тому же тут есть такая интересная штучка, можно проверить, сколько в батарейке осталось заряда. Вот тут есть такая полосочка, видите, собственно, в которой показывается, сколько зарядки у батарейки осталось. И тут есть такие два места, две точки, можно сказать, нажав на которые... О, видите, побежала 100%, то есть желтенькая полоска показывает, сколько заряда осталось в батарейке. Очень удобно и очень классно. Вы все мне еще не верите, что я испытал огромное множество батареек. Огромное множество батареек, собственно, перепробовал. И вы думаете, что мне просто Duracell заплатили за рекламу 2 миллиона баксов? Тогда смотрите, доказательства. Ну, собственно, вот мой Duracell-чик новенький. Вот батареечки. Вот батареечки. Вам мало, да? Вот батареечки. Это только мало. Сейчас я вам такое покажу, ребят. И вот это все. Вот это все. Это только небольшая часть того, что мне, собственно, довелось испытать. Какие-то из них более качественные, какие-то полнейшее откровенное дерьмо. Ну, естественно, вот эти практически все, они уже как бы использованы, никуда не годятся, но, собственно, я-то запоминаю, какой хороший, какой плохой, и поэтому я реально могу вам сказать, что вот эти Duracell Turbo Max очень качественные батареечки. Ну что же, вот видите, я вас не обманул. До скорых встреч, с вами был Болтун. И только хорошие батареечки, пожалуйста, покупайте. Только хорошие. Теперь я буду всем говорить, что у меня есть Mitsubishi.